Так, изготовляем пакеты для мицелия. В монастыре. Вот такие у нас монастырские. Идеально. Да. Так, надо брать. Можно сразу наскладывать вот сами фильтры, как. Наматываем саму ткань на шаблон. Чик. Само полотно имеет 3 метра ширины, поэтому вот этих фильтров получается очень много из одного отреза. Вот, получился вот такой шаблончик сейчас, он здесь будет видно. Вот, почти не видно. Вот, и дальше, по-моему, вот здесь будет видно. Вот, никак. Когда вот это сделали ножиком, обрезаем с одной стороны и то же самое проделываем вот. Другой. В результате у нас получается целая вот такая стопка фильтров. Мне кажется, что это хорошо. Але криво. І перепаяно. А знаєш, що перепаяно? Із-за того, що коли боялися, бачиш, потягнули. Так. Так. Нічого. Добре. Нічого. А можна перепаяти. Просто я зробила так. Значит, два фильтра. И клеёночка. Видно? Что? О-о-о. Что такое? А я за быстро потянула.
нет. А чего уже плохо? Сейчас. Может, перевернуть. Ну, я у нас перебиться. Так. Боже, ти забагато це, забагато потягнув. Давай. Дивись. Зменши його. Що, є тут інтернет, Олег? Так. Де? Де та штука? Ти тут, тут. Скачунок. Тут у нас, ти бачили? Що у нас тут випадок? Ну, включилась там та штука. Так, сейчас один еще спаяем и пойдем посмотрим, как мы сушим зерно, что у нас на данный момент уже готово. Сейчас еще один фильтр. Подивись на це. Чи... А ну, запусти. Отут. Чому? Ні. Що воно скаже? Підключено. А там чому? А ну, нажми тепер. Обнови сторінку. Не хочу, але не хочу. Перезавантажити, що там таке. Може, тут не тягне. Протягнув. А ну зараз пробуй. Немає. Да, секунда. А я вас ще там наверху. Ні, там одразу сюди. Зерно косят. Вот чудики перед храмом. Что? А представьте, у нас храм это через 2-3 дня надо будет все это тюковать, вывозить. Тут работы моря, тут надо на тюки, а каждый час играет роль. Ну, и вам нужно будет это там помогать или как? Можно.